Приветствую на канале Asmodee Play. Мы играем Darksiders. Ну, думаю, правильно назвал. Итак, подписчики и просто те, кто зашел на канал, давайте посмотрим на воина, которого война зовут. Так, продолжить. Ну, загрузка по демонической поросли, можно двигаться. Чтобы прыгнуть и спуститься на ее поверхность, нажмите пробел. Нажмем. Схватимся. Так. Угу. Так, нам что надо? Нам надо сначала... давайте данные. Сохраниться. Сохранимся мы... Вот сюда. Так, нам теперь надо этого продавца найти. Давай. Опа. А, точно, я же здесь жизнь себе подзарабатывал. Точно. У меня же с жизнями была проблемка. Сейчас будем подзарабатывать их. Давайте следующее. На. Вот. Все ко мне. Опа. Главное, вот только вот так вот надо жизни позарабатывать. Блин, ты не кусать, это не жизни давать. Так, что мы видим? Что ты не пошел ко мне сразу? Копа. Так, у меня паук снизу. Что он делает, я не знаю. Но есть. Паук снизу, я не знаю, что он делает. Ну-ка. Так, теперь здесь мы сохраняем горящие виселицы. Да. Подожди. Так, я куда-то прямо таки упал. На. На. Следующее. Я хоть туда упал-то. Так. Давайте сюда. Быстрее. Опа. Блин, он там сидит. И что мне вот с тобой делать? Так, на это ты не реагируешь. Сюда! Пошел ты нахрен! Так, интересно, если я ее смогу так сбить? Немедли, когда я зову тебя! Пошел ты. Так, не понятно. Не заставляй меня ждать, всадник! А как я к тебе доберусь-то? Так, где-то что-то есть, как-то залезть можно. Что-то я не маленько не догоняю, конечно. Так.
Да. Всадник. Да, блин, что-то я не... Нет, я что-то... Как-то... Так, надо за... на потолок залезть. А что я сюда-то тогда залазил? Зачем слазил-то? Здесь что-то есть. А-а-а. Не заставляй меня ждать, всадник. Ну-ка, ну-ка. Там какая-то приматка, приманка должна быть. Опаньки. Не медли, когда я зову тебя. Так. Так. Подожди, мне с нее надо будет прыгнуть. Блин. Жучара упал. Так, вот я за нее схватился. Так, вот. На. Взял. Мало ли что здесь еще есть. Так. Так, а как мне тебя сшибить-то? Мне тебя победить надо? Понятненько, ладно. Блин, там 4. Раз, два, три, 4. Прыжок. Залез. Так. Жук упал. На! А что мне с ним делать-то надо тогда? С него запрыгивать, что ли? Ничего, реально с него запрыгивать? Ладно, давайте попробуем. Так, вот он упал. Твою-то мать-то. Что-то я не понимаю, как эта штука действует. Я вроде и под ним-то прохожу, ничего, да, не происходит. Так. А если мне эту штуку утащить? Сюда ее скинуть. Так, ну-ка, минутку. Данные сохранить. Да.
Блин. Не успеваю. Что-то не то делаю. Так, раз я его убить не могу, значит, должен быть способ как-то его обойти. Так, ладно. Тогда будем надеяться, что я успею. На. Всех перегашу. Все загашу. Вот так, наверное, надо было проходить. Потому что, ну, нереально его убить. Я же помню, бил, ничего. Да и этот говорит тоже, что рано тебе еще с ним связываться. Ладно, потом посмотрим, что-то за чудище такое. О, вижу зеленую штуку. Так, туда пока не могу зайти. Понятненько. Ой. Там стена еще покрылась. Так, ладно. Осмотрим эту локацию. Так. Ага. Вон оно, что, Михалыч. Зайдем сюда. Опа. Успел. Собрал. Обменяем. Там штука какая-то, туда в блок можно забраться, я уверен. Стой, слышал? Мне надо хваталку. Только где вот ее взять? Вон туда, я уверен, надо забраться. Там что-то должно быть, но сейчас мне туда не зайти. Так. Давай, давай, давай. Вот. А кто бы сомневался? Ой. Это висит, болтается. Ой, это мы знаем. На. На. Опа. Подожди. Так, это что за слюна такая бежит? А это бомба. Давайте сюда. На. Вот так. Опа.
О, ни хрена вы прыгать-то. Прыгнули все-таки. Мать его. Ага, вот так вот. Ну давай посмотрим для начала, для чего ты здесь нужна. Понятненько, конечно. А, вот, все, понял. Ну так-то да, вещь ты придумал. Пойдем. Тут какой-то тоже лифт. Опа. Опа! Забираем. Я тебя никому не отдам. Ты моя чувиха, ну а я твой пацан. Да, есть такая песня. Надя. Опа! На крыльях чистоты и свежести перелетели. Сейчас бомбами тебя закидаем. Хотя я мог тебя, по идее, так побить. Так. Дай-ка я вот тебя сюда возьму. Ничего страшного. Ой-ой-ой, как мне гасить-то надо будет паука, я даже представить себе не могу. Так, я не понял, а что, в смысле я должен еще где-то бомбу взять? А как? Подожди, что-то я не догоняю. Ну, мне же тебя никак туда не перетащить. Надо доставить. Может как-то, не знаю, сверху. Что это за черепушка? Катается. Подождите, как-то.
Так, ну ладно, у меня есть только один вариант, как это можно сделать, если, конечно, он получится. Будем пробовать так же, как с вагонами. О, смотрите-ка, получилось. Так. Вот теперь все должно получиться. А спонсор сегодняшнего показа — пиво Рижское. Да, неплохое. На. Ну давай, разрываем. Вау. Давайте, ползите ко мне. Оп. Оп. Не стоило прийти. Подожди, у меня теперь сильный меч. Да я хочу испробовать на вас. Умри. Стой. Я тебе сейчас дам умри. Сможешь ты убить нас всех, сами? Конечно, смогу. Подожди. Ты не пальцы по поводу того, что всех, не всех убить. Оп. На. Подожди. Опа. Вот и все. На. Ой-ой-ой-ой. Якобы злой дядька. Что, я тоже умею превращаться в огненного. А, на. Что, получил, съел. Мое кунг-фу лучше. Кстати, да. Надо посмотреть. Надо посмотреть. Властелин колец, гоблинский перевод. Так, мне надо туда, по идее, но я пойду сюда. Ну, я не знаю, если я не туда пойду. Сейчас, минутку. Если я не туда пойду, назад, чтобы мне вернуться-то. Мне же охота и все получить, и... Так. Ну, ладно. Смотрим. Опа! На! Вау, там еще что-то есть. Блин, эта игра заставляет по нескольку раз ходить по одному и тому же месту. Только с новыми мульками. Как у тебя что-то новенькое появляется? Сразу. Милости просим. Пишем! Пишем! Мы еще и уроки делаем с дочкой. Давай, давай. Что тут, где тут что есть? Ладно, вот здесь можно жизни подсобрать, кстати.
Давайте, идите сюда. Копа! На! На! Блин! Давай быстрее. Так. Опа. Ничего, кровать подсунул, Павла. Тактичный гад оказался. Заместо себя кровать подсунул. На. Жизни. Ой, жизни души. Но мне-то надо вот эти жизни зеленые. На. Подожди, пока вроде. На. На. Давайте, идите сюда. Опа. Опа. И последний. Вот так. На. Сломал больничную койку. Вот такой я хулиган. У меня есть наган. Бам. Еще одного. Блин, как жизни. У меня вроде столько жизней, блин, вот. Сколько? 6 штук. Ну плюс 7 нулевая. А нет, смотрите-ка. Ни хрена не собирается-ка. Еще и там паук где-то он внизу, он там он меня ждет. Ладно, не будем заставлять его ждать. Идем. Ой-ой-ой-ой. Ну, кстати, под пиво-то, да? Хорошо играется, знаете. Она так, игра-то сама привлекательная и без пива, но тут только горчинки такая есть. Прикольно. Так, и как я здесь буду? Вот что-то мне подсказывает, что вот по этим вот шик-шик-шик как-то вот можно куда-то чего-то и как-то. Еще и вот эта штука, которая не дает мне зайти куда-то, куда мне очень надо. Ой. Вот смотрите, это же начало игры. Ой, начало игры, начало карты. Ни хрена, я так полз, чтобы только сюда дойти. Опаньки. Все, назад дороги нет. То есть, если... А смотрите, а если я вот сейчас перепрыгну, предположим. Хотя я сомневаюсь, что оно должно рассчитано обычно на перепрыгну. Так. На. Подождите. Там же был этот. Тукенчо. И я как-то должен был. Не, ну по игре я должен был сюда упасть, наверное, я так думаю. Так. Предположим. И здесь как-то так, папа, так туда и прыгнуть.
Да все я это вижу. На. Пополнил. Что-то должно быть. Так. К бою готовлюсь, да? У меня именно такие ощущения. Давай. О, какая-то прибуда. Говорю же. До этого у меня, если не ошибаюсь, перчатка так выпадала. А это на перчатку хрень какая-то. Опа. Так, позволяет выстрелить абордажной цепью, прикрепляющейся к врагам и предметам. Вот, говорю же, кто-то должно быть. Теперь я уже могу с тобой расправляться. Опа, снялась. Одна из ЧТВ, охренели что ли? Так, минутку. Ну это я уж догадался сам. Еще типа портала что-то должно быть, потому что в некоторые места только так и можно пробраться. Так, подождите. Давайте посмотрим сначала здесь. Кто-нибудь, что-нибудь, как-нибудь, где-нибудь. Есть? Так. Вот сверху что-то сыпется, но ни хрена нет. Ладно. А как мне надо? Так. Подожди. Вот ты вот сейчас подожди, у меня где-то там поважнее есть. Где? Мои души. Так. Подожди, а как мне забрать-то ее? Или подожди, или ее прокачивать надо? Цепь эту. Подожди, нет. Выпрыгивать отсюда надо. Блин, что-то как-то маленькое управление. Понятненько. Я мозг немножко подкипает в этом плане. Так. А, подождите, где-то что-то должно было быть еще.
А как? Я так понимаю, я с раскачки должен тут, а или вот по этой штуке потом уйти. Так, минутку. Хрен остав. Расставляем оружие. Подождите, а где у меня оружие? Надо расставлять. Так. 1, 2, 3. Ну, 4. Ну, хрен с ним. Дудка мне сейчас не нужна. Так. Опа. Получил что-то. Что-то я получил. Ключ. Блин, я думал, что-то хорошее, что-нибудь вкусненькое. А выбираться как? Минутку. В сторону ты меня выплюнешь. Предположим. Вот это мне прокачан должен быть, чтобы я мог по красным полетать. Фигня. И такой еще вопрос. Когда я там падал, я бы мог первоначально перелететь или нет? Пишем. Слышишь? Ну ладно. Нет. А, это одноразовая какая-то. О, сделали. Окунь, окуньки. Да, надо помогать. Вот так вот, школу окончила, один хрен уроки делает. Так. Ну давай, давай. Опа! Давай, 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 давай! Подожди, а мне сюда-то и не надо вроде? Где тут выход? Мне же сюда надо, если я не ошибаюсь. Или не сюда? А нахрена мне сюда-то? Подожди, я сюда выходил. Так, а как мне туда попасть? Где я? Я стою здесь, мне туда надо? Разве? Что-то сомневаюсь. Он в то окно. Так.
Так. А как отпуститься? А вот. Опа. Собрали. Понял, к этим можно прилепляться. Так, что я понял, мне придется, наверное, назад немного хреначить, чтобы снять эти печати. Кстати, я почему-то уверен, что мне придется с самого начала хреначить. Иначе бы я бы отсюда не видел бы это. Да, но только чтобы туда попасть тоже. Пойдем. Смотреть, где остальные печати снимаются. Так. Опа, все-таки, кстати, правильно, смотрите-ка, иду. Да. Да. Подождите, подождите. Да. Подожди. Подожди. Блин. На. Сейчас я тебе ножки подрублю. А вот так можно. Получается, мне надо всех этих жуков собрать, чтобы печать открыть. Все понятно с вами. Так, а я откуда зашел-то, чтобы знать? Сверху упал. Подожди, блин, я забыл, откуда я пришел. А, оттуда пришел. Ну, я так, по крайней мере, думаю. На. 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 Ну так-то они, да, прикольно сделали, чтобы обратно бежать. Да. Да нет, я-то вот вам рад как раз вот сейчас, вот очень даже. Таракашкам, букашкам. Клопам и клещам, всем тем, кого я дарю, спасибо вам за то, что вы продлеваете мою жизнь. Все, всех собрал, да? Так. На. Так. Опаньки. Да потушите. Да опаньки.
На, раз, на два. Опа. Блин. Подождите, что-то не то. А почему я туда не залазю? Подождите. Это уже сейчас дело принципа стало. Вот так. На. Какую-то штуку сейчас подберу. Подождите. Классная. Указываешь расположение всех сундуков поблизости. Блин, я думал, что-то такое, блин, прямо вах. Так, ладно, идем. Тихо! Тихо, тихо! У меня тут разборки демонические идут. Блин, это надо еще отхреначить. На! Подождите. Ну что, думал, ты что, я шутки, что ли, с вами здесь? А? На. Так. Классно. К началу игры идти, чтобы потом... Ой, к началу этого уровня идти, чтобы потом опять сюда возвращаться. Что может быть круче? Так. Так, мне надо поднакопить перед боем. Кто? Где я что слышал? На! Так, теперь что, мне сначала надо проходить? Так. За душами. Первый. Есть. Второй. Есть. Третий. Есть. Сейчас минутку. Так, это мы к началу? Нет, прибыли. Так, это начало. Где я очутился?
Господи, я как вспомню, сколько тут всего есть по карте, блин, так тут аж мороз по коже. Так, ладно, там не надо, нету ничего. Так, минуточку. Так, оттуда мы по-другому выбрались. Здесь так выбрались. Так, ладно. Вот этого мне надо побить. На! Он аж на два этажа вниз упал. Так. На! На! Подожди. Вот и все. Больше бузил. Опа. А я что, разве здесь должен был оказаться? Подождите, я выбраться отсюда могу как-нибудь вот сейчас? Это кто? А это главарь! Я так понимаю. На! Подожди ты. На. Блин. На. Подожди. Сейчас мы с тобой разберемся, по крайней мере попробуем. На! Так, на! Так, подожди. Подожди. На. Да что ты? Блин. На. 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 На.
На. На. Подожди. Блин, как мне? Так, ладно, попробуем по-другому. Так, он из кристаллов появляется. Хорошо. Поменяем маленько концепцию. Блин, ну по крайней мере, как бороться с ним, мы поняли. Надо только выстоять. Давай, да мы поняли уже. Так. Да подожди ты. Блин. Где ты? На. Подавись. На. Блин, блинский. Не успел. Хорошо. Так, минутку. Жри. На. Блин.
Давай. Давай, бей. Блин. Надо угореть, уже работает. Блин, ни хрена он прыгает-то. Отдачи-то свои хреначит на раз-два только. Ладно. Пропустить. И на. Так. Ешь пока. Есть, наконец-то. Спорол жопу этого грёбаного пауку. Сюда! Сюда. Можно подумать, я отсюда выйти могу. У меня сейчас только один выход. Ладно. Специально для меня комната, что ли, оборудована. Не стоило. Данные. Идем.
сюда. На. Подожди. Блин, ничего все-таки разрубил. Да. Ну не так-то, да? Только дома надо понимать. Победил. Читерство или что-то даже как назвать. Откуда я пришел? Посюда? Так, а да, отсюда пришел. Давай. Вперед. Так, сюда. Мог бы зацепиться за что-нибудь. Блин. Как проскочить?
Так, я подохну, подождите. Так. Ложность у меня возникла. Блин. Уи. Прямо надо. Так. Так, успел ухватиться. Блин, все. Последний раз это делаю. Я думал, может, что-то выиграю с этого. Идем. Куда? Блин, здесь я уже был, конечно. Подожди, подожди. Даже хаос не спасет тебя. Какая досада. На. Приближается всадник. На. Так. Так. Вот он!
да. Подожди. Чили. Я думаю, ну это все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ставьте комментарии. Увидимся в следующем видео. Пока!